Дворы Йошкар-Олы будут чистить от снега по графику, ознакомиться с которым может каждый. Информация размещена на сайте мэрии города, где создан специальный раздел «Уборка территорий». Адрес сайта вы видите на своих экранах. Начиная с 5 декабря в течение рабочей недели спецтехника ежедневно будет работать примерно в 60 дворах, причем в разных районах города. Таким образом, каждую неделю снег будут убирать более чем в 300 дворах Йошкар-Олы. Сейчас на сайте мэрии в разделе «Уборка территорий» уже размещен график уборки дворов на период с 5 по 9 декабря. Время работы специализированной техники с 10 утра до 16:00. На время уборки во дворах будет ограничено движение, запрещены стоянка и остановка транспорта. В мэрии обращаются к автомобилистам: на время уборки двора не парковать машины, так как стоящий транспорт очень мешает работе спецтехники.